TechTuts. Несколько лет назад специалисты из студии Chaotic Moon показали изобретение, которое потенциально может очень сильно изменить жизни людей. Проект, получивший название TechTuts, это особые татуировки, способные избавить людей от необходимости записываться на медицинские обследования. Разработчики TechTuts предлагают наносить татуировку на тело раз в год. Встроенные датчики будут собирать всю медицинскую информацию о теле и отправлять врачам. Если есть какая-то проблема, датчик ее распознает и зафиксирует. Другая потенциальная сфера использования – хранение данных. Такой татуировкой можно будет расплачиваться в магазине, используя ее вместо карты. NakeFit. Изобретение, которое вы видите на экране, понравится людям, любящим ходить босиком. Это уникальные липкие стельки, которые предлагается носить на пляже или во время отдыха около бассейна. Они оптимальным образом защищают ступни от острых предметов, уменьшают риск поскользнуться. Преимущество заключается в том, что носящий стельки человек избавлен от необходимости постоянно надевать и снимать сланцы, а также может не бояться их потерять. NakeFit надежно прилегают к стопе, даже если человек находится под водой. Нога под стелькой остается чистой и сухой. NakeFit не боятся высоких температур, так что без опаски можно ходить по горячему песку, камням. Пользоваться ими даже можно при посещении бани. Комплект из 10 пар обойдется в $34. Футуристичная раковина. Некоторые вещи обретают популярность спустя огромное количество времени после их создания. Именно так случилось и с этой раковиной. Она была разработана около 10 лет назад, однако общественность заинтересовалась ею буквально пару месяцев назад. Эта уникальная технологичная раковина была разработана турецкими специалистами по имени Осман Кан Асканли и Батум Аноглу. Найти ее можно в офисе разработчика, являющегося президентом компании OSPAC. Раковина выглядит невероятно футуристично и придется по вкусу людям, любящим необычный интерьер. Озмо. Современный мир становится все более роботизированным, так что в обществе вполне справедливо появляются опасения. Неужели в скором времени машины полностью заменят людей? Специалисты из Skyline Robotics, являющиеся создателями изобретения, показанного на экране, придерживаются иного мнения. Они считают, что машины заменят людей только в опасных профессиях, и именно для этого был разработан Озмо. Стеклянная поверхность среднего небоскреба занимает около 28 тысяч квадратных метров. При использовании традиционных методов очистка подобной площади занимает около 2,5 месяцев. В то же время Озмо и два оператора справляются с такой же задачей приблизительно за неделю. Примечательно, что операторы во время работы имеют безопасное местоположение, откуда руководят действиями робота. К преимуществам этого устройства для чистки окон можно отнести способность распознавать выпуклые объекты. Озмо понимает, что окно перед ним открыто, и корректирует работу, чтобы его не сломать. Компьютерное зрение и сенсорные датчики также позволяют распознавать и избегать людей, выглядывающих из окна. Magic Leap One. Технология, которую вы видите на экране, позволит каждому желающему погрузиться в мир дополненной реальности. На всякий случай уточним разницу между виртуальной и дополненной реальностью. Первая чаще всего не имеет с настоящей реальностью ничего общего и погружает смотрящего в совершенно новый мир. Дополненная реальность же преображает пространство вокруг. Magic Leap One дорисовывает интерактивные элементы в режиме реального времени. Прямо на кухне можно устроить средневековое сражение, а по спальне будут ходить герои саги «Звездные войны». Разработкой очков дополненной реальности занимается далеко не одна компания. Однако Magic Leap One имеет более компактную и удобную конструкцию, чем, например, похожие очки HoloLens или очки виртуальной реальности Oculus Rift. Устройство Magic Leap One уникально.
Очки способны запоминать расположение пола, стен, потолка и других объектов помещения. Это позволяет взаимодействовать с окружающим миром намного проще. Кроме того, человек может легко и просто закреплять элементы в пространстве. Например, этот кит выпрыгивает именно из пола, а не из пустоты. Управляются очки с помощью голоса, жестов, положения головы. Они даже способны откликаться на направление взгляда. Magic Leap One может использоваться для игр, путешествия по интернету. Устройство подойдет для виртуальных встреч с другими людьми, расширит возможности для творчества, ну или отобразит перед лицом экран с информацией. К сожалению, виртуальные объекты не покрывают все поле зрения человека, а находятся только в ограниченной области перед глазами. Однако эта область у Magic Leap One намного больше, чем у любых других подобных очков. Устройство работает в связи с небольшим компьютером. Он может быть закреплен на карман или повешен на плечо. На данном этапе предполагается, что Magic Leap One будут использовать представители креативных профессий, а также бизнесмены. Однако возможности практически безграничны, а производитель продолжает работать над совершенствованием продукта. Uber. Буквально несколько недель назад появилась информация о том, что компания Uber собирается запустить в Австралии подводные такси. Многие знают, что большой барьерный риф можно увидеть даже из космоса. Ну а теперь посмотреть на него вблизи сможет каждый желающий. Если, конечно, повезет. Скубер — это двухместная субмарина, которая пока, к сожалению, является лишь временным проектом. Подводное такси будет работать с 27 мая по 18 июня этого года. Поездка на двух человек обойдется приблизительно в $3000. За эти деньги путешественников на вертолете доставят к причалу. Затем в течение часа субмарина будет плавать вблизи барьерного рифа на глубине 30 метров. Прозрачная стеклянная капсула позволит насладиться живописными видами, как если бы человек решился нырнуть с аквалангом. Впрочем, свидетели говорят, что скубер намного удобнее и эффектнее подводного плавания. Поле зрения не ограничено маской, а еще не мешаются пузыри и не слышится собственное дыхание. Примечательно, что жители США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, а также Англии и Франции поездку на скубер могут выиграть. Однако, само собой, количество бронируемых поездок очень сильно ограничено. Разработчики проекта хотят посмотреть, насколько популярным окажется сервис. В случае успеха компания может стать постоянной, чтобы как можно большее количество людей смогли увидеть большой барьерный риф собственными глазами. Blue. Последнее изобретение, которое мы сегодня покажем, было разработано командой исследователей из Калифорнийского университета в Беркли. В роботе Blue воплощены последние достижения из области искусственного интеллекта. Кроме того, в него заложена способность глубинного обучения с подкреплением для решения сложных задач, которые долгое время были под силу только людям. Проблема современных роботов в том, что они дорогие, а также разработаны по принципу высокой точности и повторяющихся движений. В Blue эти проблемы исправлены. Суммарная стоимость деталей составляет около $3000. Вместе со сборкой получается 5000. В то же время Blue — это шаг к созданию динамичных, легко реагирующих на обстановку роботов. Подобно людям, они будут использовать зрение и осязание, чтобы принимать решения. Blue чувствителен к внешним воздействиям и в каждую секунду времени рассчитывает величину собственной силы. Размер механизированных рук сравним с размером рук бодибилдера. И как и человек, робот может напрягать руки, а также расслаблять их. Обратите внимание на наличие суставов, которые двигаются в тех же направлениях, что и человеческие плечи, локти, запястья. Таким образом, Blue с высокой для робота точностью копирует движение человека. Его ловкости достаточно для того, чтобы сварить кофе, хотя эта задача даже для него очень и очень сложная. На данный момент Blue недостает точности и силы, однако искусственный интеллект, для которого руки предназначаются, сможет компенсировать этот недостаток. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги!
Добро пожаловать на канал Brain Time. Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных. Шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете.